Что вы видите? Вашу дочь. Парк. Я ведь отвлекся. Лишь на секунду. Вас вызывают? По-вашему, я готов. А по-вашему? Лишь работа не дает мне сойти с ума. Что случилось? Я хочу сообщить об ограблении. Когда оно произошло? Произойдет. Сегодня. Мужчина на скамейке. Нет огоньку. Он явно что-то задумал. Сегодня очень жарко. Прямо как в печке. Жарко. Прямо как в печке. Там есть банковская ячейка. Это цель? Номер 23. Папа! Руки вверх! Вам нужен не я. Где она? Я знаю, это вы сообщили об ограблении. Кто вы такая? Почему незнакомые друг с другом люди вместе совершили налет? Вам о чем-нибудь говорит термин гипнотики? Гипнотики? Гипнотики способны воздействовать на мозг. Звуком. Голосом. Огоньку. Взглядом в глаза. Так гипнотики вынуждают вас видеть ту версию мира, которая не существует. Никс. Это уже не он. Никс, стой! Я должен знать все. Почему я? Почему моя дочь? Вы не знаете, с кем столкнулись. Это все нереально! Назад! Все, что вы чувствуете и делаете, кажется полностью нормальным.